Всем привет, это очередной выпуск влога -бэкстейджи. Приехали в гараж за усатым реквизитом. Дальше будем искать локацию для того, чтобы снять сегодня наши пару роликов. Слово немножко о Citroen. Если ты очень деловой человек, у тебя есть раз визитница, два визитница и третья визитница. Citroen для очень деловых людей. Ты оглянулся? Нашли место, пишем ролик. Очень тяжело, кстати, бегать вот в такой маске, как я не привык, давно уже не занимаюсь спортом. Но в целом нормально, должно получиться что-то интересное. Посмотрим. Стой! Опять такой же амплитудой и забегаешь в машину, запрыгиваешь в машину. Есть. Валим, 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 валим. Бабки у нас, валим, пока мы старые. Подними его возле головы, вот так вот резко брось. Двумя руками. Давай, психуй. Да ебать, я тебя вообще с собой взял. Максим уже в образе. Посмотрим, что он там наделал. Здравствуйте. Литературу читаю. Читайте, ребята. Эммануэль. Смотреть не интересно, читайте классно вообще, да. Фантазия, да. Фантазия, да. Развивается. Да. Ага. Да. Залази. Скажи, что интересно. Что интересно? Ну что-то пошути как. Нахуй пошел. Ну не так. Ну все, едем, едем. Опа. Все, все, едем. Здрасте. Так, поворотничек включили. Форсаж. Итак, часть ролика мы сняли. Едем снимать. А, точнее, весь ролик мы сняли. Едем снимать концовку для второго ролика на фоне какой-то кирпичной стены. Просто прямо, как колеса были прямо. Да не так же ж быстро. Ну давай. Давай. Есть? Да. Давай, давай еще.